Дмитро Біляков, управляючий філіалом інтернет-магазину кліматичної техніки для дому. Займається цим з 2012 року. Знає усе про підбір кліматичної техніки та енергозберігаючі технології. Доброго ранку. Добре. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні будемо говорити про те, що хвилює усіх. Ну, не сьогодні, звісно, бо сьогодні у нас 23 обіцяють на вулиці. Але в найближчий час це ж осінь до нас знову підбереться, і як грітися, не знаємо, що ж вибрати. Отже, яку систему опалення, які види існують, і на яку краще все ж зробити свій вибір? Ну, существует на самом деле несколько видов отопления. Есть отопление с помощью электрических конвекторов, да, есть отопление с помощью систем воздух-воздух, это тепловые насосы, есть системы воздух-вода, это тоже тепловые насосы, есть водяное отопление. Тут зависит от того, какие задачи вы перед собой ставите и как вы хотите на этом деле сэкономить, либо сэкономить в процессе использования. Ну, все зависит индивидуально, подбирается всегда индивидуально. Угу. Які все ж от з вашої практики найпоширеніші, на що люди роблять вибір? Ну, в даний момент, если мы, опять же, берем под задачу, да, если человек находится в помещении, которое ему надо быстро обогреть, то он использует там тепловой вентилятор. Ну, или в простонародье дуйка. Если человек не хочет обогреть его быстро, но хочет сэкономить, то обычно используются конвектора электрические. Если человек не хочет ждать, пока нагреется воздух в этом помещении, он использует инфракрасные лампы. Они греют человека, они греют предметы, но они работают секторно. Вы отошли из зоны действия, вы замерзли. Вы встали в зону действия, вам тепло. Наиболее эффективные на данный момент – это тепловые насосы. Есть воздух-вода, как я уже говорил, когда тепло забирается с улицы посредством наружного блока и перегоняется по водяному контуру. И воздух-воздух – это тепловой насос. В принципе, он выглядит как кондиционер. Он более эффективный, более экономный, чем любой другой тип обогрева, но стоит он чуть подороже. Угу. Но вы получаете тогда климатическую систему полноценную. Ну добре, ми зрозуміли, що повітряні там ті ж дуйки, так, ці вентилятори теплові, то їх легко встановити, так, підключив да, до... Да. А що робити, якщо ось, наприклад, оце повітря-повітря чи вода-повітря, от, тепло, як їх встановлювати, чи варто вже зараз за це братися або ж відкласти це на потім, що воно зараз... Ну, это все у нас, как обычно, пока петух не клюнет, человек не шевелится, правильно? А кондиционеры, к примеру, все приобретают летом, когда пришла жара. Хотя, на самом деле, лучше их приобретать зимой, когда это не сезон. Ну, точно так же с шубами, наверное, вы знаете. Ну, шубы когда дешевле? Влітку, напевно. Ну вот, а берут все когда? Взимку. Вот, я теж планую взимку. Ну, вот видите, вот вам и ответ. А на самом деле, если вы хотите контролировать климат в своем помещении, не быть заложником ситуации, когда вам включат отопление, да, или там на улице холодно и у вас холодно. А если вы хотите сами контролировать, тогда вы приезжаете, ну, либо в магазин, да, либо вы заходите в интернет-магазин, связываетесь с консультантом, потому что вопрос отопления, он сугубо индивидуальный. То есть тут человек надо приехать на объект, посмотреть, понять, какие задачи человек ставит, подобрать технику, ну и, соответственно, тогда уже ее и ставить. А що ви порадили, якщо нам, наприклад, вдома треба найбільш такий якийсь і фінансово незатратний, можливо, спосіб, і енергозберігаючий, тепловий, який найкраще для дому вибрати? Можливо, є якийсь такий саме один особливий, який підходить майже всім? Смотрите, тут є один інтересний нюанс. Все залежить від того, який у вас бюджет. Если у вас бюджет ограниченный и вы хотите быстро решить вопрос, вы покупаете конвектора. Поставили, монтаж несложный, можете его поставить на ножках, можете его закрепить на стене, включили, есть инверторные, которые управляются автоматически, они экономны. Если вы хотите, чтобы вам, ну, вы приходите в какое-то помещение, да, где вам надо поработать, пускай это будет студия, и здесь прохладно, и отопления нет, и вам надо быстро нагреть, вы тогда ставите тепловой вентилятор. Включили, но тепловой вентилятор долго нельзя использовать, потому что, во-первых, он шумит, во-вторых, он сушит воздух, ну и, соответственно, если вы его долго будете использовать, к вечеру головная боль вам обеспечена. То есть кратковременно, да, но долгосрочно нет. Но если вы все-таки хотите полноценно управлять климатом в своей стране, в своей квартире, в своем мире, и делать это можно даже с помощью смартфона, потому что такое тоже есть. Там треба якось выбирать, так температуру собі можна. Ви заходите в телефон, в приложение,
у вас показывает температура, которая находится в данном помещении. К примеру, вы собираетесь сюда на работу, да, у вас здесь стоит климат-контроль, который управляется с помощью телефона через Wi-Fi. Вы дома просыпаетесь, пьете кофе, смотрите на программку, понимаете, сколько здесь градусов, нажимаете комфортную температуру для вас, допиваете кофе, собираетесь, приїжджаєте, відкриваєте дверь, вуаля, тепло. Слухайте, ну звучить дійсно дуже круто, але я думаю, це дуже така дороговартісна, можливо, послуга, чи ні? На самом деле, сейчас нет. Ні? Нет. Угу. Раньше, да. Раньше это выпускали очень серьезные бренды, они были дорогие, они были не по карману, но сейчас есть средний сегмент, да, по отношению цена-качество, поверьте, они не уступают дорогим брендам, ну, разве что называются по-другому. А так, срок использования и эксплуатации 20-15 тут зависит от того, какую технику вы возьмете, ну и как вы будете ей пользоваться. Но если вы берете себе технику, которой вы будете пользоваться 15-20 лет, а вы же будете брать не что-то дешевое, на себе же не надо экономить, вы же не берете одноразовую обувь. Нет. Ну вот, вы приобретаете хорошую технику и пользуетесь. Слухайте, ну це круто, що так технології так у нас рухають світом, просто все вирішують вже так швидко. Можливо, давайте зараз три якісь головні поради нашим глядачам, саме з того, коли варто вибирати все, що ставити якусь опалювальну систему собі вдома. І все ще раз нагадаємо і скажемо, яка все ж найбільш практичніша буде для них. Возвращаемся опять же к нашим задачам. Треба так. Да, возвращаемся к нашим задачам. К примеру, есть определенная формула, когда подбирается тепловая техника, либо климатическая, любая из этих техник. 1 кВт тепла, либо холода, он идет на 10 квадратных метров. Если у вас комната 15 квадратов, вам достаточно техники, которая будет выдавать 1,5 кВт тепла. Обычно обогреватели начинаются от 1 до 2. Есть там на 2,5, есть на 3. Ну, что надо учитывать? Теплопотери, высоту потолка. Если эта комната большая, к примеру, 40 квадратов, ну, вам надо будет минимум 2 обогревателя, которые будут кушать по 2 кВт в час. Если мы ставим кондиционер, рассчитанный на данную площадь, тепловой насос, да, к примеру, который работает, ну, там, допустим, до минус 15, не до минус 20, не до минус 30, возьмем самый простой, до минус 15. Ну, такой кондиционер будет вам выдавать 4,5 кВт тепла. Летом, когда жарко, он будет выдавать 4,5 кВт холода, но при этом он потреблять будет 1 кВт. Тут стільки, звісно, треба знати. Я думаю, ми ще будемо розбиратися в ефірі. На жаль, часу у нас немає вже далі говорити. Але долучайтеся до нас. Я думаю, що четверга будемо розбиратися все, що найкраще і більше поглиблюватись у кожну систему опалення. Дмитро Біляков, керуючий філіалом інтернет-магазину кліматичної техніки для дому, сьогодні був у нас гостя. Дякую вам.